комнатный низкорослый сорт томата «Пигмей». Этот сорт также подходит для выращивания в открытом грунте. Высота растения совсем небольшая, сантиметров 20-30. Но посмотрите, как он усеян плодами. Плоды небольшие, весом от 25 до 30 грамм, но они очень сладкие. Сорт скороспелый. От появления всходов до плодоношения проходит 80-90 дней. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом и потом последующие через 1-2 листа. Плоды красные, округлые. Ценность этого сорта в его декоративности и пригодности выращивания как в цветочных горшках, так и на балконах в контейнерах и в открытом грунте. Если выращивать в открытом грунте, высота куста может быть чуть больше, чем в горшке. Это у нас горшок 6 литров. Вот такой вот красавец сорт. Этот сорт в домашних условиях на подоконнике можно выращивать круглый год и получать урожай. Но для того, чтобы быть с урожаем зимой, нужно в зимнее время ему обеспечить подсветку. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, и будем вас знакомить с другими сортами томатов, которые мы выращиваем.